Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth, а именно Savior Mod. И у нас тут есть следующий новый персонаж, это Ной, да, Ной, такой какой-то Ной. Но ах! Посмотрим, что у него есть, Посмотрим, что тут есть. Червь, это хорошо, наверное. Итак, у него есть гриб, расплескивающийся выстрел. Классные помощники и дорожка из слезок. Это водолей. И червь. Тузик. Тузик, да. Будет тузик. Пускай тузик. И что? И это оказалась библиотека. Иерофант, два серых сердечка. Хорошо. Займун, секретная комната. А обязательно. Two of Diamonds. Ну, это надо было подождать, наверное. А давайте в секретную комнату. И эта комната вот такая-никакая. Зато две бомбы. И может что-то вот из них. Скидочка. Халявка, халявка. Хе-хе. Ну может тут еще будет что. Вот уже 4 монетки. Там еще монетка. И в конце концов может даже какая-то скидка хорошая попадется на что-то. А это у нас The High Priest, это мы можем растоптать одного из боссов, которые нам попадутся. Ну, если они нам попадутся, если вообще нам что-то попадется. Ой. Ой-ой-ой-ой. Червь, работай давай. Серьезно. Никто, кроме тебя. Тихо, тихо. А ключа-то нет? А ключа-то и нет? Что же делать-то, если ключа нет? Да, собственно, и монет-то нет. Так что... Зато скидка. Нет, серьезно, это... Ты как, Юра? Да. Как мы вообще тут с боссом? Наверное, только... Ух ты. А вот это, кажется, с крестиком. Вот он, с крестиком. Я нашел с крестиком. Ключик. И монеток. Еще бы одну бомбу. Но чтобы три... А вообще скидка, так что мы можем что-то прикупить уже и так хорошо в магазине. И это контактные линзы. Это которые делают слезки защищающими от... Ну, делают только... Как бы это сказать? Уж слизко... Слизком. Слишком недалеко стреляют. Катастрофически недалеко. Так-то все классно, но недалеко. Ну ладно, пошли так. Может так и получится, чё? Да, ну пошли. Пин. Был пин. Колесо фортуны и монетки. Ну, мы можем докупить то, что было в магазине. И, например, бомбу. Да она и стоит как раз 3, эта бомба. Ну, в общем. В общем, вот так вот. Еще деньги остались. По-моему, хорошо. Так, ну и попробуем. Вдруг тут секретная комната. Было бы очень хорошо. К сожалению, там нет, но зато мы вернули 3 монетки, которые потратили на бомбу. А и все, и пошли дальше. Ну что, пока Ной не впечатляет. Вот это его, вот это вот, как бы, краткострельность. Я не знаю. Ох, не знаю. Эти даже сюда не пускают, в бой не пускают. Ой-ой-ой. Ну вот это хуже всего. Во-первых, маневрировать с вот этими... Это ужасно. Все, давай, червь, работай. Опа. Вот скотина задела. Ну, в принципе, червь-то на них наводится. Это хорошо. Но это было ужасно. Серьезно. В чем же выгода? Вот только потому, что
вот с ледом можно как-то их мочить. Не знаю. Да вот так вот. Ладно, все сердечки были красные. Так ведь нет. Вот здрасте. Как их бить? Как вообще их теперь бить? Эй. Ну, это не серьезно. Нет, мы их бьем, конечно, но это же ужасно. Какой кошмар. Ну и что делать? Как тут быть-то? Вообще-то есть идея. Вот так вот. Ну это вообще кошмар. Так не должно быть. Ну, взорвем все. Все-таки камень с крестиком. Да, вернули серое сердечко. Обалдеть. Колесо фортуны. Ключа 2 как раз на магазин и на артефактную комнату. Очень надо что-то для увеличения дальности стрельбы. Где же старые добрые артефакты, которые падают из первых боссов, типа там губная помада, ну вот в таком плане. Вот бы они сейчас и пригодились. Их не будет, конечно, не будет. С какого вдруг перепуга? Ну и где же? Ой-ой-ой. Ну да ладно, ну что это за такие... Ну ладно, ну дали увеличение дальности. Ну хоть пару серых сердечек. Вот это хорошо. Тут надо оббегать против часовой стрелки. Вот такое. Юш. Я. А бомб-то и нету. Дайте бомбу. Спасибо. А зачем нам бомба, если у нас есть вот ядро? Ох, елки. Старость не радость. Вот такое. Ну все классно, к боссу. Так, и это что? Damage и range up. Ну хоть чуть-чуть дальше, надо еще больше. Больше! Дайте больше. Ня. Нечистый. Так, башка козла. Ну, вот эти две можно было бы взять. Ну, а может и не надо было брать. Это мы узнаем дальше, на следующих уровнях. Правильный ли был выбор? Выбор. Все зависит от выбора. Вот все равно, вроде бы чуть-чуть дальше, но все равно мало. Надо больше. Так, это что это? Хоть один артефакт, которого у нас вообще нет. Ах. Ну и вот что это может быть-то? Это может быть-то... О! Это же увеличение скорости и tears up. Ну, как было, так и осталось. Так же недалеко. А что еще? Серое сердечко. Можно взять серое сердечко. И... Ну, может, бомбу. И все. И все. И окей.
А, мы же можем грибы разбивать чудо-ядром. Ну как можем? Если на них попасть. Ну как-то вот так вот. Да, да, так можно. Почему тут тупик? Потому что там секретная комната. 101%. О как. Нет, ну нормально, конечно. Но лучше бы тут был артефакт, который увеличивает дальность стрельбы в разы. Помощник, хорошо. У нас наш персонаж этот заточен именно на помощников. И ничего, что увеличивает дальность стрельбы, как всегда. С другой стороны, можно поставить игровой автомат и что-то из него добыть. Ну, может, пилюли на дальность, почему нет? Все может быть. А может и не быть. Ну так что, есть тут секретная комната? А вот сейчас узнаем. Я думаю, есть. Есть. И в ней всякая ерунда есть. Так, и мы будем сейчас вот таких долбать. Че, дали пилюлю с эффектом... Ну, как будто разлили лимонный сок. Наверное, это лимонный сок. Учитывая, что он там всякую нечисть убивает, то в принципе да, ведь там кислота лимонная. Эй! Ой-ой-ой, вот это мы взять-то и не можем. А пилюля с эффектом парализис. Очень, очень хороший и нужный эффект. Ай-яй-яй, задело. Оно нас задело. По делам тебе. Так, стоп, подожди, а магазин еще не был же уже? Так это что, библиотека значит? А вдруг Библия? А Библия, вот она. Ну, в принципе. Можно было бы вот и это взять. А вот возьмем. Используем, чтобы было серое сердечко, и возьмем Библию. Библия, оно, конечно, в разы лучше. Только теперь босс сейчас, наверное, будет всадник. С него пойдет какая-нибудь отстойная штука. Да, конечно. Ух ты, че они такие быстрые? Эй, а че он такой быстрый? Че ты такой быстрый? Че ты такой серьезный? Босс. Ай, да елки-палки. Так, тузик, куси. Там его жрет. Пожирает потихоньку. А-а-а, сиду на пятно. Ну вот, это все нам обошлось в миллион нервных окончаний, которые не восстанавливаются. Кошачья башка стоит брать? Конечно нет, у нас на пробеле Библия. Ничего из этого брать вообще не надо. Фу. Фу. Что-то вот еще ни разу не попадался вот этот сталактиты такие, ну, с крестиком. Ну, когда-то я вроде один раз видел. Но бомбы не было. Итак. О-оу, это что? А это как? Помощничек. Классно. И как же тут, извините, проходить? Да ладно! Но это зло! Это елки-палки. Тузик? Тузик, куси. Ох, елки. Хаун, терпеть ненавижу. Ненавижу. Отстой. Ну-ка, тузик. Вот так-то лучше. Ох,
ты гадкое создание. Да, серых сердечек все меньше. И меньше. Ну, может, мы купим их в магазине. Очень на это надеюсь. Ключик есть. Осталась ерунда. Найти магазин. Так, что тут, как тут? Монетка. Ну, в общем, нет, это брать. А ведь можно. У нас же есть полет от Библии. Библия окрыляет. А вы как думали? Даже в этой глупой игре Библия — это круто. А вот пойдем и полетаем. Соберем, чё? Халява ведь. Еще, конечно, было бы хорошо эту сердечко так пододвинуть. Ну, нам не понадобится, я так думаю, сердечко. Вот сюда, нах, лучше пододвигать. Ладно, в общем, найдем другое, если что. Магазин. Да, надо магазин. Ну, думаю, это он. Так, счастливая лапка. Походу, увеличивает удачу. Которая у нас по-прежнему на первом уровне. Даже не знаю, что там оно там такое увеличивает. Какую такую часть удачи? Ну, вот это-то увеличило. Вот. Пилюля бело-синяя. Это увеличило, да. Это вот, да. Это я верю. Так, что мы тут? Бомбу возьмем? Возьмем. Ключик возьмем. Пригодится. Как будто тут что-то другое стояло. Так, это подождите, это еще типа как магазин. Нет, возьмем, что? Вот эта штука. Смотрите, какая классная вещь. Как раз помощник. А у нас заточка на, на помощников. То, что нужно. Ну, собственно, все. Теперь к боссу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то вот так все и вышло. Бело-красная. Speed up. Бело-синяя, бело-красная полезные. Желтые, наверное, нет. Все классно, но лучше было бы найти какой-нибудь артефакт, который все-таки увеличивает дальность. Или все характеристики, ну типа там гриб. Или, ну тот гриб, который такой красивый, классный. Или, например, этот нимб. Я же стрелял вверх. Итак, желтое это что? Это неизвестно что. Это тирсдаун. Ну, конечно, не надо было брать желтых. Я же сам себе сказал. Не бери желтых. Не бери. И что? Взял. Еще и попали. Так, что дают? Shot speed damage up. Ну, не знаю, как там damage. Но, может, даже и неплохо. Ключ, это что? Ключи по два, что ли, падают? Хорошо, наверное, почему нет? А тут вот Локи. Как так? Вообще, это законно? То есть вместо того, что был просто нечистый, тут вот Локи у нас. Это тоже в своем роде нечистый, только в этой... Как она называется-то? Исландской... Ай... Викингской мифологии. Так, это нам пауков дали, а это нам тоже пауков дали, только других.
Ну и за 3 серых сердечка брать книгу вот эту... Не, не сезон. Спасибо, очки. Эть. Ну я бы больше обрадовался, если бы ангел появился в комнате. И что-нибудь хорошее дал. О, да я туда не пойду. Так, почему это получилось? Кошмар. Фух. Что же за карта? Хай приезд. Ну, это и можно еще кого-то заколупать. Так, вот это интересная комната такая. Загадочная. И все. Ну и ладно. Ох, это я помню, это злые штуки. Да-да-да. И они, кстати, были в Айзеке, но редко встречались, но были. В простом. Синяя пилюля. Ну, бело-синяя была хорошей. Батарейку дала. Тут как бы, ладно. Ну, хорошо, батарейка, чё. Опять фекалии. Почему их не замели, скажем, на единорожков? Можно, конечно, и к боссу. Но все-таки надо найти комнату с артефактом. Вдруг именно это тот артефакт, который затащит всю игру. Эй, проходи. Кто попал? Об что? Стукнулись. Ну... Не серьезно. Ну и опять такая комната. О, камушек. Отлично повышает. Дамаг. Так, подождите, а мы даже и магазин не находили. О как. Ну, из этого всего, пожалуй, вот это полезно. Ну и серое сердечко, конечно, тоже не повредит. Вот эта штукенция, она тоже полезна, но не в этой ситуации. Ну там зарядный кабель, что-то такое. Давайте повзрываем черепа. Вдруг тут есть черные сердечки. Чем мы их взрываем, если их можем разбить ядром? Ну, вы поняли. Ой-ой-ой. Убегает, значит, убегает монстра. Это наш тузик. The Tower. Еще давайте взорвем что-нибудь. Так, с красной картой это Two of Diamonds. Удваивает количество денег. Да вы что, денег? Каких денег? Не видел никаких денег. А зато мы видим, где... А, вот тут артефакт. Денег. Количество денег. Пфе. Ну вот мы можем удвоить. Будет две монетки. О, улучшение здоровья. Вот хоть что-то хорошее. Ну да.
Одно сердечко. И одно черное. А почему нет? Я за. Так, теперь что? Теперь все-таки взять... Нет, не эту карту, а вот эту. Ну, может, там получится где-то удвоить количество денег все-таки. Мало ли. Нет, сразу к боссу, я понял. Лучше тут не выпендриваться. Ой-ой-ой, адверсарий. Ой. Что-то как-то тузик не очень. Не понимает, за что его кусать. Ну, в смысле, за какое место? Вот он, грибочек, он дает увеличение всего. Ну, по идее, и дальность. Вот она, дальность стала нормальной. Ну, это нормально. На пол комнаты это уже классно. Чё тут нечистый хочет нам предложить? А не хочешь ли, говорит нечистый, полет, например, заиметь? Или же помощника, который серый серит? Как все сложно. А вот мы что сделаем? Мы возьмем от этого серый серника и кошку. И нам за это еще дадут сердечко. Круто? Конечно, круто. А еще у нас вот так вот. А как раз у нас по помощникам то, что нужно. Ну да, было бы хорошо заиметь полет, но это уже будет перебор. Ну, вроде все. Полет. Нет. Полет мы получим или не получим как-нибудь другим способом. Ну, тут что-то есть интересное. Второй кто? Второй... Ой-ой-ой, это же монстра! Ну, типа. Все? Ну, в принципе, да, а что еще должно было быть, ведь... Кстати, зачем нам полет, если у нас есть Библия? В принципе, ее должно хватать. Для каких-нибудь таким... прям... неожиданных ситуациях. О-оу. Ну вот теперь вот это количество денег можно и удваивать. Ну, пока не надо. Но можно. Как-то оно само. Ну и хорошо. Просто чудесно. Ну вот это уже точно можно удваивать. Ай-яй-яй. Да. О, еще один остался. Я-то думал, всех уже. Руна какая-то. Черное сердечко, руна и еще что-то может быть. И карта. Ничего. Карта Иерофант. Отлично. Еще два серых сердечка. А руна Агалас Дистракшн. Ну, в принципе, нам что Дистракшн? Мы можем Дистракшн совершать... Ой, ой-ой-ой. Что нам взорвалось-то? Ай-яй-яй, вот это плохо. Не брать, не брать, не брать. Фух. Нет, сердечко оно-то прикольное, но не сейчас. Опять что-то лопнуло, я не успел увидеть, что это было. Надеюсь, тут не будет жадности. Ой, какое счастье. Наводящиеся выстрелы. Просто чудесно. Подождите, а вот это за 7... Это же лазерные выстрелы, да? И при этом наводящиеся. По-моему, это хорошо. Да, может, не так хорошо. Это те лазерные, которые стреляют...
Ну, не знаю. Наверное, все-таки лазерный брать не будем. Да и как-то денег, оказывается, не хватает. Хотя мы должны были удвоить перед тем, как все это брать. Ладно. Ну уже. О, карта. Кредиточка. Можно получить что-то на халяву. Халява. Например, что-то у нечистого. Я бы, конечно, больше обрадовался, если был бы ангел, а не нечистый. Ну да кто ж нас спрашивает. Так, итого. Мы не нашли комнаты с артефактом. Так, подождите, удвоение денег все-таки возьмем. Ну, почему нет? Где же артефакт? Не артефакт. Артефакт. Бомба. Возьмем. Вдруг это та самая бомба, которая переломит ход игры. А мало ли, вдруг. Действительно. Да что ж такое? Где же это видано? Где же это слыхано? Ой, да ладно. В общем, что угодно, кроме артефакта. Где же их брать-то? В секретных комнатах? Так и... где они? Ну, ладно. 11 монет, больше пока нет. Ладно. Ладно. Все в порядке. О! Игровой автомат. Вот как с ним теперь говорить, с этим... гадким турелькой. Фух. Даже не знаю, как это получилось. Само. Само. Вот, тут аккуратно, так аккуратно. Хоп, бомбу. Сердечко получили обратно. Короче, куча сердечек, и все равно мы половинку потратим. При всем желании, вот их сколько. Их много, их классно, но... в любом случае мы тратим сердечко половинку. Хотя нет. Даже если будет включен полет от Библии, зубы именно цепляют тех, кто выходит из комнаты. И ничего не сделать. Ну ладно. Больше монеток не видать. Ну конечно где-то есть секретная комната, но... давайте попробуем что-то выбить. Хотя что тут можно выбить? Серое сердечко. Руну Дагаз Пурити. Черная помада. Ну ладно, в общем. В общем, идем дальше. К мамаше. И мы ее проходим просто моментально, потому что у нас есть Библия. О, Библия. Берем, конечно, кредитную карточку. Ну, вдруг там будет какая-нибудь сделка, в которой можно будет что-то хорошее сделать. Собственно, и все. Ну, так. В прошлый раз мы шли по черной линии до нечистого. Давай теперь... ну что? Точно так же пойдем, но только до Айзека. Наверное, так. По светлой линии. То есть берем черную, но идем по светлой. Как-то так. Хотя тут можно идти дальше. Но защиты, собственно, нету, кроме вот этих выстрелов, которые с аурой блокируют. Ну и вот этого мячика из обрезков. Шара. О, смотрите-ка. Неужели это серая? Серая, это интересно.
Но тут защитная аура. И это круто. Ну, сера тоже неплохо. Берем бесплатно. Все бесплатно. Ну, отлично. Все, теперь у нас все вообще зашибись. Ну-ка, идем дальше. Будем всех зашибать. Да-да-да-да. Проклятие лабиринта. Ну, это... А, это же наводящийся выстрел. Вот это поворот. Подождите, он что, летает? Он летает. А почему он летает? Почему он летает, действительно? Это был полет, что ли? Ну хорошо, я только за полет. Халява. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, а что это за пилюлька с эффектом Speed Down? Ну конечно, оказывается, такое еще бывает. И да, как-то стало противнее. Прелестно. Ну что еще может найтись-то тут? Какая такая особая комната, которая нам нужна? Ну, я не знаю. Two of Hearts. Поносим пока. Прелестно. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Знаете что, мы можем так пойти до самой последней, чего там. Какую мы взяли? Черную? Вот по черной линии можно пойти аж до самого победного конца. Не-хе-хе. Так, что тут в сундучке? Сундучок. Всякая ерунда. Ну и хорошо. Единственное, чего не хватает, это то, что не видим секретных комнат. Ну и так неплохо. Что мы там еще такое можем найти в этих секретных комнатах? Я вас умоляю. Ой-ой-ой. Вот сказывается отсутствие защиты. А тут один удар, одно сердечко. То есть расслабляться не стоит. Мистер Фред. Тут такого мы видели. Откуда? Хватит нас бить. Треллибомба. Вот пара серых сердечек. Вот это хорошо. Подождите, а тут два босса. Это что был? XL уровень? Да, это был уровень XL. О, как? То есть босс там мамаша вот сейчас вот. Что из этого лучше взять? Наверное, вот это, что увеличивает дамаг. Ну или два артефакта носить. Ну что мы там такое носить будем, я даже не знаю. Думаю, увеличение дамага не повредит. Мини-босс, надо добить. О, белое сердечко. Возьмем, как же. Ну тут просто пробелом. Пробел. Халява с Библией, классно. А нечистый предлагает... Оу. Всякое.
Ну хорошо, хоть тут нету противников, которые могут бить. Вот так, три нечистых. Вспомним, что мы брали-то. Какой я слайд брал? Черный, что ли? Ну, пойдем по черной. Разберемся-таки. Я чувствую, мы в силах, но может и нет. Что получится, то и увидим. Так. Кстати, я, наверное, переоценил свои силы. Ну, ничего. О-оу. Это типа магазин. Мы тоже так умеем. Ой-ой-ой-ой. Фух. А ведь он бы выстрелил. Ну, не знаю, вниз. Еще скидка, да ладно, уже одна есть. Две, кстати, ну, не собираются вместе. Все, что ли? Все лопнули? Я рад за них. Даже зеленый костер есть, во как. Ну это странно, ну, ну и ладно. Это чё? Вот к этому я не был готов. Ну ладно. Прелестно. Наводящиеся серы — это что-то. А ведь ни разу не выпадало. А такая вещь классная. Тоже знал, что она такая классная и что она так вот редко выпадает. И вот такое комбо получается. Даже не знаю, зачем нам тут ключ. Даже не тот ключ, который открывает мега нечистого. Нет, совсем нет. Обалдеть. Почему вот такие сундуки не падали в самом начале? Где они были очень нужны? Ну, были нужны, правда? Я даже не понял, как они лопнули-то. О, черное сердечко, отлично. Прекрасно. Ну, что мы можем... Стоит что-то тут брать? Я думаю, не стоит. Тут путь только до босса и... И с ним разбираться. Окей. Об что? Новинка. Так, а вот теперь еще новее новинка. Хе-хе-хе. Проблема с ногами. В общем, что-то было с ногами. Я думаю, стоит найти серых сердечек. Хоть чуток там что-то было по пути. Не так, чтобы было. Ну, вдруг я пропустил камень с крестиком. Все-таки... Лучше посмотреть. Ну или может игровой автомат. Или секретная комната. Да. Цветы не очень-то и похожи на камни с крестиками.
Ага, серое сердечко. Что за пилюля? С эффектом феромоны. Все, спасибо. Да. Как-то не густо. Вот похоже, что возможно. Здесь есть секретная комната. Но ее там нету. Ну или вот тут тоже каемка из комнат. Может есть. Но ее там нету. Может еще тут вот. Да ладно. О. Да, ну ладно. Ай, да, блин. Это зло было. Солнце. Показывает уровень и исцеляет. Это надо взять на следующий уровень. Вот что мы возьмем вот эту книгу откровений. Сделаем из нее серое сердечко. К сожалению, батарейки нигде нету. Ну ладно. Чариот. Это неуязвимость временная. Солнце не забыть бы. Карта против человечности. И зачем она? Ну, в принципе. Понятно зачем? Ну, я ожидал, что будет серое сердечко. Хоть одно. Но если нету артефакта фекалии, очищенной, то и не будет никакого навара. Итак, солнце берем, и все, Библия у нас. Идем дальше. Ну, не знаю. О, еще мушку добавили. Знаете, добавьте еще мушку. Две мушки и вот этот шар. Думаю, этого достаточно. Но я бы не отказался еще от одной мушки и серого сердечка. Белая пилюля. В упор не помню, что такое. Speed down. Да что вы говорите? Не, монеты это хорошо, ну давайте еще мушку. Или может у меня уже достаточно. Считается, если три вот места вокруг персонажа заняты, значит, наверное, все. То есть защита максимальная. Нам бы еще маску. Все, три мушки точно уже есть. То есть нам больше игровой автомат этот по сути не нужен. Из него ничего хорошего больше. Ну, я бы еще ожидал серое сердечко. Было бы очень хорошо. Ну, почему бы и нет? Парализис. Короче, все ясно. Тупаем дальше. Да как так это происходит-то? Просто вот так подъехал и... Все нормально, так и должно быть. Подумаешь, сердечко, ой-ой-ой. Вот что меня смущает, тут есть ход дальше вниз. Может, стоит туда пойти? А тут что? Ай. Во!
Вот мы всех раздолбали. Классно. Так вот, что ж тут есть-то такого? О, прикольно, персонаж летающий. Хм. Гравитация работает. Да что это у нас? Instant Admiration, атакующая муха. Хорошо. Вот что меня смущает. Вот это. Вот это вот. Jump. Понимаете, что, чтобы сюда попасть, надо быть летающим персонажем. Летающим. И за это получаем прыжок. Это более чем глупо. Ну что ж, понятно. Я думал, это переход на следующий уровень. Но, возможно, я в прошлый раз уже заходил туда. Я уже не помню. Я несколько раз проходил до сюда и вот такое. Смотрим, что же у нас тут по уровням. Ну, понятно, направо и вверх. Ничего себе. Кошмар какой. Знаете, мы так можем и не дойти. Но мы же дойдем. 9 жизней. Ёлки-палки, как тут... Это можно еще и не дойти. А вот это смущает. Казалось бы, удача вроде хорошая. Ничего не падает. Зато все взрываются. Это было что-то хорошее. Это было повышение удачи. Белое это... Уменьшение скорости. Это спасибочки. И все. Ну все и все. Пошли разбираться. Еще. Ох, красота. Это был фекалоцит. Не знаю, как мы, они все издохли. Лимон. Вместо Библии. Знаете, я Библию оставлю. Вот вам Библия. Хе-хе-хе. Сработало. Классно. К сожалению, батарейки нигде нету. Ну, надо еще раз, два, три комнаты, чтобы зарядить. Но там уже скоро босс. Как-то так. Карта что? Это в магазин, но его тут нету. Хотя, может, есть. А лучше и не надо пытаться. Вот как-то так. И заодно я вижу то, что нужно. Камень с крестиком. А. Ой, да ладно. Я вот не знаю, Библия работает ли она на Лэмбе. И может она работает не так, как надо. Сейчас я должен посоветоваться со своим планшетом. Не помню. Библия вот точно на нечистом убивает Айзека. Это нехорошо. Ну, то есть персонажа нашего. А вот на Лэмбе... На Лэмбе я и не пробовал никогда. Сейчас, секунда. Так, Библия. Сатан, босс файт, Библия will instantly kill Isaac. During Сатан. Но если Moms Foot или Moms Heart, тогда убивает Мамса. Про Лэмбо ничего не сказано. Но мы ее используем, если что, мы ее еще не используемся. Надо пойти еще одну комнату зачистить, чтобы зарядить. О-оу. Да ладно! Да как это вышло? Да я просто нос почесал, серьезно. Ну, чешется. Ай-яй-яй. Ну, короче, зарядили как надо. Вот, и плюс серое сердечко. Это как раз нормально. Вот теперь-то и пошли к боссу.
Теперь-то он получит свое хороших. Сейчас. Отчесать нос, чтобы совсем уже не чесался. Все. В бой. Мамашина сердце. Вот тебе Библию, что ты ждала-то? По-моему, это не сработало. То есть, хочешь не хочешь, все равно придется бить. А бьется, но крайне как-то медленно. Кстати, тут что-то дают. Тут еще и Айзек есть. Два Айзека. И да ладно. Ё-моё, вы что? Нет, серьезно, это какой-то кошмар. Ну вот. Самое интересное, что дают вот это. Типа, а не хотите ли заодно заглянуть и к нечистому? А. Это, знаете ли, интересно. Вообще-то, заглянуть-то мы хотим. Но самое печальное, что двери-то закрыты. Сейчас есть одна идея. Нет, увы, никак. То есть было мамашное сердце и два Айзека. И, возможно, еще одно мамашное сердце, которое все-таки было забор от Библии. Короче, мы прошли? Прошли. По темной линии до конца? Да. Отлично. Причем не самым лучшим персонажем, у которого, как мне показалось, ужасные просто начальные характеристики. Тыньк. Да, ну это мы, конечно, мы видели, это заставки их никто не менял в этом моде, потому что, я думаю, это очень накладно. Да и неправильно, конечно. Тидын, все. Прошли и ноем. Кто там следующий на очереди, мы узнаем в следующем эпизоде. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!